Спасибо, что смотрите нас. Мы продолжаем выпуск. Отличные мероприятия проходят в славянских школах в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Смотрите наш репортаж из первого лицея, куда приехали учащиеся из соседнего Крымского района. Как правило, в гости к своим соседям ребята приезжают во время летних каникул, чтобы пообщаться, найти новых друзей, узнать что-то интересное. В первом лицее, который известен своими традициями по воспитанию патриотизма у подрастающего поколения, решили пригласить ребят из Крымского района сейчас, в дни проведения месячника военно-патриотической работы. Мы приезжаем к ним в гости в Крымский район. Там действительно есть очень много мест, которые просто проникнуты этой патриотикой, где можно показать детям, посмотреть, вызвать вот эти вот чувства сопереживания. Нам тоже есть что показать. У нас один из лучших музеев Славянского района. И мы решили эту акцию провести сейчас. Зовем друг друга в гости. Когда мы приглашаем к нам детей Крымского района, вот, для того, чтобы показать им наш музей, для того, чтобы просто поговорить, поделиться, почитать стихи, попеть песни. Вот просто вместе сопереживать, ну и дружить. Но у нас с Крымским районом достаточно давние связи. Мы дружим и школой, мы вывозили туда наших учителей, чтобы поделиться опытом работы. А теперь мы решили пригласить детей. В зале боевой славы первого лицея учитель истории и обществознания Антон Лабунец рассказал школьникам о сражениях и подвигах Великой Отечественной войны, особое внимание уделяя семи героям Советского Союза, именами которых своих выпускников лицей по праву гордится. Не все они погибли в годы войны. Зигран, Поликахин, Вальков погибли в войну, а остальные дошли до Берлина и встретили День Победы. Некоторые принимали участие в Параде Победы. Кто такой герой Советского Союза? Это человек, совершивший подвиг. Это человек, который с офицерской гранатой идет на танк. Это человек, который убивает, там, достав немцев, находясь на возвышенности с пулеметом. Это человек, который первым форсирует реку Днепр. Вот так далекая история оживает и приближается к ребятам, наследникам великого подвига солдат Победы, их дедов и прадедов. Эта поездка запомнится школьникам. Им очень важен урок доблести и патриотизма, который они получили в Славянске на Кубани. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».